На территории перед ареной Омск появились первые деревья. Около 100 саженцев молодой сосны в честь юбилея Великой Победы высадили добровольцы Омского аграрного университета и представители волонтерского корпуса 70-летия Победы. Омск стал очередным городом, где прошла всероссийская акция «Дерево Победы», которая стартовала в преддверии празднования 9 мая. Всероссийская акция «Дерево Победы» стартовала 25 апреля во всех регионах Российской Федерации. Эта акция проходит в рамках Дней единых действий волонтерского корпуса 70-летия Победы. В рамках акции высадили по всей стране более 5 миллионов саженцев. Место для акции в Омске и само дерево были выбраны не случайно. Здесь красиво, здесь многолюдно и здесь не хватает зелени, на мой взгляд. Думаю поэтому. А именно сосны, выбор дерева зависел от климатических условий каждого региона. Где-то это высаживали сирени, где-то сосны, где-то яблони. Садить деревья, ухаживать за ними и следить за облагораживанием территории своего города – лишь часть огромной сферы деятельности любого волонтера. А для добровольца-аграрника это еще и хорошая практика. У нас инициативная группа есть, которые с факультета непосредственно обучаются этому делу, знают все принципы посадки, все правила, как все нужно сделать. И заранее были подготовлены лунки. Эту акцию мы планировали заблаговременно, совместно с Министерством по делам молодежи, физики, культуры и спорта. Всероссийский волонтерский корпус под патронажем регионального министерства по делам молодежи через вовлечение в активную экологическую деятельность воспитывают в молодом поколении уважение к истории страны, формируют патриотические ценности.